Всем доброе утро, друзья. Сейчас кушаем кукурузу. Дальше мы пойдем кататься на катамаране, поэтому смотрите дальше все видео. И также ставьте лайки. Если будет 90 лайков, то я выпускаю следующее видео влог. Ну а сейчас, как видите, нахожусь на море, кушаю кукурузу, и мы идем кататься на катамаране. И на сегодня день обещает быть очень насыщенным. Сейчас мы возьмем себе вот такой вот катамаран и поедем кататься. Вот, смотрите, мы сейчас плывем. Акуля! Акуля! Конечно, я шучу. Ну все, плавай. Нормально? О, надо круг. Нет. А можно я сейчас прыгну? Прыг. Ребята, я в открытом море. В черном. Смотрите, мы сейчас вот плывем, вот так вот красиво, поныряли, там, кстати, вон поезд едет. У нас такая вот тут тарелочка персиков, также сейчас вот я читаю «Мастера и Маргарита», скоро мы уже поедем в Олимпийский парк, но сейчас вот сижу, у нас тут такой дворик, Настя тут тоже кушает. Вот где мы, кстати, живем, тут наш домик, такой вот тут дворик небольшой, смотрите. Такая елочка красивая. И вот кушаем персики. Смотрите, мы сейчас идем в Олимпийский парк. Проходим также Сочи парк. Вот так это все выглядит. Сейчас 7 часов вечера. И мы сейчас идем создать шоу фонтанов. Ну и вообще смотреть и гулять по Сочи парку. Точнее, по Олимпийскому парку. Там уже медленно садится солнце. И вот все аттракционы. Там видно колесо обозрения. И вот сама американская горка. Смотрите. Смотрите. Кстати, ребята, если вы хотите больше видео, влогов на моем канале, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там очень много фотографий. Я сейчас очень много фоткаюсь, снимаю истории, поэтому обязательно смотрите все у меня в моем инстаграм. Вот, смотрите, тут отель «Богатырь», там Сочи парк, а вот тут колесо обозрения за такими вот красивыми точками. Вот, смотрите, мы уже пришли в самый центр, где сейчас будут поющие фонтаны, где-то через минут 15-20. Я вам тоже их, конечно же, засниму и покажу, а там уже садится солнце. Я на фоне олимпийского факела, так это все выглядит. По площади мы сейчас идем и ждем фонтан. Вот так вот Олимпийский парк выглядит отсюда. Как видите, уже людей очень много собирается. И совсем скоро начнется шоу и представление. Смотрите, вот такую сейчас сладкую вату будем покупать. Стоит 200 рублей. Вот, просто посмотрите, какая огромная сладкая вата. Просто громадная у Насти. Вы просто сравните. Это капец. Смотрите, какая огромная вата. Просто посмотрите. Пушек.
сегодняшнего представления испанская и латиноамериканская. Смотрите, какой красивый фишт. И вот так это все выглядит. Мы сейчас ушли подальше от фонтана и гуляем вот тут. Посмотрите, как красиво горит отель «Богатырь», и рядом с ним колесо обозрения. Two sets.